приветствую всех, меня зовут Резня Кристина, и сегодня я хотела бы поделиться с вами своей историей покаяния, как я пришла к Богу, как я стала верующей. Это был 2006 год, лето. До этого момента мы были типичной семьей, называли себя православными верующими, православными христианами, и раз в году ходили на Пасху светить яйца, кулич и Пасху. И однажды мамина подруга пришла к нам в гости и сказала, что есть возможность для деток посетить бесплатно детский дневной лагерь на базе христианской церкви. И мы согласились. Мамину подругу звали Наталья Станко. И вот наступил первый день детского христианского лагеря. Я пришла, и вы знаете, мне так сильно понравилось там, что не хотелось уходить оттуда. Было, ну, такое внимание предоставлено, такая любовь, такая забота со стороны всех служителей церкви, что просто каждый день ты ждала, когда снова начнется этот лагерь, чтобы пойти туда. Вот. Но самое, что я ощутила в первые дни этого лагеря, что есть тот, кто любит меня, что Христос любит меня, и я любима. И это понимание дало мне такую сверхъестественную радость внутри, которую тяжело, я думаю, сейчас будет описать даже словами. Вот эта радость, она с того дня, это было лето 2006 года, она сопровождает меня каждый день до сего дня, на протяжении уже практически десятилетия. И ее не сравнить ни с чем. Вот. И после окончания лагеря мы стали посещать воскресное служение. Я стала ходить в воскресную школу, мама стала служить в церкви. И через год мы покаялись. И я, и мама вместе. И вот с того момента начался отчет моей счастливой христианской жизни. Спасибо.